В Москве на стадионе Лужники состоялась официальная церемония открытия чемпионата мира по футболу. На церемонии открытия приняли участие президент России Владимир Путин, президент ФИФА Джани Инфантино, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко и другие лица. Перед зрителями выступили известный британский певец Робби Уильямс, двукратный чемпион мира бразилец Роналдо и знаменитая российская оперная дива Ида Гарифуллина. Всего над организацией церемонии работали около 800 человек. В подготовке церемонии приняли участие 140 волонтеров. Во время церемонии также представили всю команду участницы чемпионата мира 2018. Робби Уильямс и Аида Гарифуллина дуэтом исполнили песню «Angels». Церемония открытия длилась около 15 минут. На церемонии выступил президент России Владимир Путин. Он поприветствовал болельщиков, пожелал удачи командам и рассказал о любви России к футболу с первого взгляда. После церемонии начался матч открытия чемпионата между Россией и Саудовской Аравией. Не забудь подписаться на канал.